потянула, потянула колотком осенних писем, и вдалеке гремящий выстрел ранил птицу и меня. Думал, все во мне уснуло, не важны ни боль, ни смысл. Защемило, затянуло в печь осеннего огня. Что же делать, что же делать? Постучаться в ваши двери и как будто от убийцы, от себя, себя спасать. Первым к вам войдет отчаяние, следуя я, ваш Чарли Чаплин. Жизнь как тросточку кручу я, сделав грустные глаза. Не веселье, не урядец, стал замерзшим водопадом. Мне тепла от вас не надо, не тревожьте водопад. Только осень листопадом, только ты последним взглядом. Я ж просил тебя, не надо, все вернули мне назад. Уезжал в зеленый омут, убегал в волшебный город, и прыжком сквозь арки радуг сам себя тренировал. Знал же, знал, что не поможет, приобрел ненужную ложью пустоту ночей бессонных и восторженных похвал. Потянула, потянула колотку осенних писем, желтых, красно, словно листья, устилающие путь. И опять лицом в подушку, надогнать все мысли, что поделать надо, надо продержаться как-нибудь.